Сегодня я хочу сделать маску-пленку. Маски-пленки подходят для жирной и нормальной кожи. Они не убирают черные точки, но очищают верхний слой кожи. Наносить их нужно на чистое лицо после умывания. Ждем, пока маска полностью высохнет, и снимаем ее снизу вверх. Затем я взяла ампулу с экстрактом алоэ и с помощью ватного диска нанесла на лицо. Он очень хорошо успокаивает и увлажняет кожу. Далее я взяла свой крем люкс и нанесла на кожу. Мне очень нравится, как выглядит с ним кожа. По нему, кстати, очень хорошо и удобно делать массаж. Не забываем про руки. У меня все, что наносится на лицо, все тоже я наношу на руки. Не жалею средств. Делаю свой небольшой ежедневный массаж. Вот так выглядит кожа после крема. Сейчас он еще не впитался, он достаточно жирненький и блестит, но мне даже так нравится.